Сегодняшний день, 4 апреля, Исрапил Исмаилов запомнит на всю жизнь. Он много лет мечтал отправиться в хадж, но, будучи человеком с ограниченными возможностями, исполнение мечты не представлялось возможным, и он решает обратиться за помощью в муфтият Республики Дагестан. По воле Всевышнего, именно в этот момент на счет руководителя проекта «Умра Хадж» поступили средства от одного из меценатов, желавшего отправить неимущего человека в хадж. Первый заместитель муфти Абдулла Аджималаев передал данные Исрапила Фатиме Султановой, руководителю проекта. Сегодня мы пригласили его в офис компании «Марватур», где сообщили радостную новость. Видеть эмоции этого человека поистине бесценно. Он благодарил всех за помощь и не мог поверить, что в этом году станет паломником, иншалла. Так, по милости Всевышнего, проект «Умра Хадж» снова стал причиной исполнения еще одной мечты.